я тебе расскажу самый главный вопрос, который, может быть, поможет тебе в жизни. А чтобы отчаяние не наступило, о нем не надо думать. Самое главное понимать, что в мире вокруг тебя живут прекрасные, замечательные люди, которые, может быть, когда-то совершат плохой поступок, которые, может быть, когда-то ошибутся, но это в целом не означает то, что они плохие. Это означает, что как-то не так, может быть, вы контачите, или на время тебе надо забыть человека. Но приготовься к тому, что это прекрасный, очаровательный, замечательный мир. И ступи в этот мир именно с этим знанием. Пойди в него с правой ноги, желая знать, что там все очень хорошо. Тебе это очень поможет в жизни. Никогда не думай об отчаянии, его не будет. Нет в жизни такого положения вещей, когда бы человек смог отчаяться. Потому что ты никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. А впереди только хорошее, и ты веришь. Омар Хайям, будь весел, друг, пройдет твоя пора. Пройдет сегодня, как прошло вчера. Вчера было плохо, завтра будет лучше.